Звучит аккорд на дамбре, и с него полилась народная казахская музыка. Иван Митронов из села Састюбе приходит в местный, можно сказать, почти заброшенный клуб на уроки игры на домбре. Преподаватель абсолютно бесплатно учит детей играть на национальных инструментах. В группе всего 5 человек, у каждого свое время. По словам педагога, мест в клубе для обучения нет. Да и само здание уже потихоньку разваливается. Райхан Атбаева вместе с неравнодушными жителями Састюбе пытается донести до властных чиновников всю значимость местного дома культуры. Роза Рымбаева, Махпал Жунысова, Кеген Бужирге. У нас много талантов, много детей, которые хотят познавать азы музыки, рисования, танцев и многого другого. А где все это делать? Клуб наш потихоньку разваливается, а ведь когда-то тут выступали именитые артисты. В Сосюбинском доме культуры сохранилась не только аура советских времен, но и мебель. К слову, нужно отметить, что когда-то на этой именно сцене выступали такие известные эстрадные звезды, как Махпал Жунусова и Роза Рымбаева. Но сегодня, к сожалению, сцена пуста, ну и клуб не работает. В местном акимате уверяют, что Дом культуры остается в поле зрения чиновников. Даже заложили деньги на проектно-сметную документацию реконструкции. Но, увы, все решает Министерство культуры страны. Мы стучим во все инстанции. Клуб нам нужен, но, к сожалению, решаем не мы. Местные жители не раз обращались в разные инстанции, но денег на ремонт государство пока не выделило. Помочь решили и местные предприниматели. Деньги выделили, но на ремонт здания нужно разрешение властей. А его получить пока никто не может. Состюбинцы негодуют и просят уже акима области решить проблему. Ну а пока решение гуляет по чиновным кабинетам, состюбинцы собственными силами устраивают концерты и как могут смотрят за зданием. Шудин Саидов, Эльдар Жунусханов, Бауржан Жусипов, Камила Сайфуллина. Информационная служба телекомпании «Отрар».